Ну что, ребятушки мои, привет! Снова встретились, я все сделала. Сейчас, короче, пойдем к Костелушка. Хочу вам показать коммуникации. Тут, кстати, много народу идет. Достаточно. Вот, тут у нас, как обычно, наша штука, да? Тут, посмотрите, торчит. Видите, вот как стена вырастает, да? И это как бы лестница, и там еще и коммуникация идет. Видите, видите? А? В горах вообще очень хорошо все видно. Я почему люблю в горы ходить? Посмотрите, какой. Посмотрите, какой. Да еще и посмотрите, с какими этими. Типа гвоздя, да, кстати. Удивительно, видите? Да? Вот это вот наша чугунная веревка, а не медная никакая. И вот тоже решетка, тоже наш. Вот это вот. Вот не эта зеленая, а вот эта вот, которая чугунная. Видите? Так, ну тут вообще дождь конкретно собирается. Вот смотрите, какой. Какой этот кривой дом, посмотрите. Знаете? Посмотрите, да? Вот, ну что, тут нужно идти. Вот посмотрите, вот как лошади, да, поднимались вообще, да, в замок. Посмотрите, да? Нужно идти вообще просто практически чуть ли не по 90 градусов. А это уже очень часто. То есть мы очень много костелушек сняли. Ребятушки, костелушек я сняла немерено. Немерено. Вот новые, которые люди. Можете смотреть смело. У меня очень много. Вот смотрите, 516 метров до Костелушки, да, вы представляете, какое дизлевело. Вот это дизлевело, это вот то, что мы ходим с ним и смотрим, когда перепад высот. То есть, потому что это именно тренировка, когда идет, ну, господи, люди знают. Вот смотрите, видите, какие шпалы торчат из дома, да? Посмотрите, видите? Просто три шпала, две шпалы, да? Вот, торчат из дома. Причем мужик стоит на балконе, я снимаю дом. Нормально, да? Вот, и вот. Вот. Опять же, вопрос о лошадях, да, которые пока дойдут, умрут. Вот смотрите, как красиво, да, у них тут красивая картинка. Но сейчас бы солнышко не помешало бы, конечно. Было бы красиво. Но солнышка нет. Надо довольствоваться тем, что есть. Вот, вот, кстати, вот дом тоже такой, да. Вот, так все построили. Вот. Вот. Ну, в общем-то, я рада, потому что сначала я была одна. Вот опять наша это поперечная, да, идет, видите, что в горах, что здесь. Ну, мы, в общем-то, уже в горах практически. Я рада, что я не одна, потому что сейчас у меня не парило немножко это вот. А что-то они уже спускаются. Очень удивительно. Так, я сделала фотку для девчонок, но что-то у меня не это. Хотела сразу послать сейчас телеграм, но не увидела ее. Она мне каким-то образом не отобразилась. Ну что, люди спускаются? Люди спускаются. Видите, посмотрите, 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 посмотрите. Видите? Стена торчит, видите, здесь тоже. Черно, черно. Да, много народу. Вот. Как обычно, у нас, видите, стены начинаются из ничего, да? Знаете? Ну, как мне уже кто-то там нос, по-моему, да, нос из Сочи, которая мне написала, что твои эти костелы и развалюхи никому не нужны. Их полно в интернете. А я вот их буду снимать. Как минимум. Если она считает моих друзей никем, то я не знаю, конечно. Я говорю, что люди вообще... Знаете, стена идет. Здесь начинается, и тут же она кончается, да? И все, все вот. Вот ради этого куска надо было стену делать, да? Вот. Я надеюсь, что еще, посмотрите, что еще. Я хочу там еще поэзию снять, блин. Ну, поэзия — это у нас городок. Видите? Диагональная линия. Видите, тоже, да? Причем и Вилла Реале у нас тоже там. Я, кстати, когда парк снимала вам Вилла Реале, это, господи, посмотрите, какой маленький цветочек. Это Монси, да? Я как раз от этого забыла снять вам. Тоже диагональные вот эти, хотя мы не в горах там, посмотрите, да? Прелесть какая. Маленький совсем.
ragazzi, che cose così. Buongiorno. Della montagna, c'è un museo sulla Buongiorno. Montagna, sai? Buongiorno. Un museo sulla montagna. Вот, кстати, коммуникация, да? Видите, нормально? Здесь вообще, да, что она здесь делает? Ну, как так же, как и на плотине. Надо, надо, надо. Кому там говорят, надо это? Имя, что не помню. Надо петь или как? Опять наши амбразуры эти, видите? Все вот эти амбразуры, которые как рупоры, да, эти. Тут 6 окон на всем здании, на всей стене 6 окон. И там зато очень много, на самом верху очень много арок, видите, кстати. Стена, да? Вот. Если бы я не пошла к Костелушке, вы сами, вы знаете, девочки знают меня, что я буду потом страдать, что я не сходила к Костелушке. Вот видите, как в чугун превращается. Посмотрите, насколько похож уже на чугун, да? Видите? Посмотрите. Вот. Ребята! Первый раз гроза в горах. Я еще не дошла до Костелло. Сейчас как ливанет. Вот она, река там у нас оказывается. Вот она, река. О. И там Чентрали. Видите? Нет, вообще-то давали... Видите, как неправильно, да, все? Нахалы, нахалы, обманули. Ребятушки, гроза в прямом эфире. Около Костеллушки. Около таинственного Костеллушки. Посмотрите, посмотрите. У нас тут коммуникация. Да еще вот эта вот штука такая странная тоже, да? Тоже по диагонали, да? Видите, посмотрите. Да, посмотрите. Чугунная, а? Ну, гроза, кстати, давали ее во второй половине дня. Тоже там часа на два. Так, может быть, и пройдет, пока я хожу в Костеллушки. Видите, опять петля Мёбиуса идет. Видите, как заворачивается, да? Петля Мёбиуса. А вот это когда мы в горы вот ехали, вот это тоже петля, сейчас мы ее снимем. Там-то посмотрите, что творится, да? Там вообще, ой-ой-ой, да, видите, сейчас в горах-то. Не шик. Вот, хочу показать вам, пока зайду, пока еще дождя нет, как все стены идут. И посмотрите. Стены, это видите, сюда все пускается вниз. Вот это вот наша штука. Я же говорю, что это все будет под Костеллушкой. Все вот это вот, типа церкви. Вот эти дома грибы. Видите, как грибница идет. Смотрите, смотрите, начинается отсюда, смотрите. Видите? А там, кстати, канал рек у нас вот внизу. Типа река. Но мы называем это канал рек. Это для новеньких. Вот. Почему канал реки? Потому что это все вот реки, которые оформлены гранитом. Ну, как бы гранитом, в смысле. Вот посмотрите, как кораблик, видите, как нос корабля. Посмотрите, посмотрите, да? Посмотрите, видите? Оформлено, видите? Вот, эта вся гребница, видите, она как раз вот тут начинается. Посмотрите, какой домик, да? Посмотрите. Видите? И потом пошел, 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 пошел. Пошел, пошел, пошел. Вот. И вот там, когда все закончится, мы там погуляем. Вот видите, это все привязано к этому. Все вот эти вот домики здесь, они все привязаны к Костеллушке. Вот. Такая небольшая его гребница. И стены везде. Вы знаете, у меня даже в ушах закладывается. Интересно, с чего бы это? Из-за грозы, что ли? Так, пойдемте. Ой! Кружилась голова. Оска, Оска тут, видите, Оска.
лошадь такая пришла. Пришла и говорю, да, я устал. Видите, пошла петля. Сейчас уже придет, там уже вообще ливень такой, что ой-ой-ой, кстати. Вот. Я где-то как какой день, я отказываюсь, ребятушки, не в том месте, не в то время, понимаете? Ну что поделать, это темные силы тут пытаются набороться. Ладно, тогда заходим. Хоть я и люблю начало грозы, но раз уж гроза начинается, то самое то нам пойти. Вот, кстати, какая дверь, да? Стена такая маленькая, да? А дверь... Да, посмотрите, какой там замок. Смотрите. Смотрите, да? Вообще. Дверь такая. Дверь выше всего. Еще гирька тут, да, эти? То есть она как бы поднимает. Это как наш этот... Кстати, когда вот эти у нас наши канальчики. Посмотрите, какая гирька. А? И вот наш зеленый камень, ребятушки. Где? О, кольцо. Для огромного факела. Ну просто. Или для огромного цветка. Горшок с цветами нужно повесить сюда. Понимаете? И вот посмотрите, какая классная вот эта вот амбразура все-таки. Вот это вот мерлаты, амбразура и при этом тоже, посмотрите, вибрационно, видите? А? Так, толпа народу идет. Ой, а какая дверь, ребятушки, это вообще обалдеть. Ну, сейчас они придут, я пока дверь поснимаю, посмотрите, да? Вот опять же говорят, что вот делаю, вот зачем так извращаться, скажите, да? Всю дверь портить. Просто вот таком вот. Подождите, спрошу. Скузи, вон такой сон билета. Соло. А. Ой, ребятушки, 3 евро стоит всего. Кратце. Так, пойду сначала билет куплю. Пока-пока.